Wargaming Fest. Fest Wargaming. Начало. Если захотите, можете там поуправлять немножечко, там полетать, только главное не разбейте. А также там есть для детей или для мужчин, которым нравится просто акварелью рисовать себя на лице, можете подняться наверх, там есть люди, которые занимаются росписью вашего лица, не бьют, а именно расписывают, то есть все нормально. Дальше. Есть стенд. Валютой, акциями, индексами. Все знают Apple, все знают Nvidia, все знают Microsoft. Но мало кто понимает, что можно не только пользоваться продуктами этих компаний, но и зарабатывать на росте или на снижении акций этих компаний. Или там все знают, что такое биткоин, да, наверняка. Много интересного. Бой только будет начинаться вот-вот. Команды уже готовы? Команды готовы? Отлично, у нас команды готовы. Теперь осталось только узнать, какие команды? У нас команды Space против Trash and Mopeds. Trash and Mopeds, да. Екатерина, говорите в микрофон. Раз. Не туда. Немножко ультразвуком. Я думаю, Екатерина, вы справитесь с такой задачей. В вашем случае это будет несложно. Ну что, готовы побороться за наши замечательные призы от наших партнеров? Ну что, Екатерина? Какой вам сетап больше нравится? Давайте пройдемся по сетапу. У нас у Space есть 50B, Т95В4201 и еще один такой же там. И напротив Supercomputer 50B и Т95В4201. Это пагорки, это рудники по старой памяти. Команды заезжают на гору. Или не на гору, или поедут. Ой, поджог, господи! Сгорел на работе? Сгорел на работе в прямом эфире. 1-1? 1-1. Ну здорово, это была хорошая драка. Молодцы ребята, Space не опускают руки, продолжают сопротивляться. Конечно, не опускают руки, они же хотят тоже выиграть. Главное, победа или участие. Ну победа у нас достаточно. Так, ну сегодня мы приехали на морвокзал Одессы не за морскими пейзажами и не за этим, а на праздник, фестиваль, слет. Всемирной игры World of Tanks. Шестой. Международный фестиваль в Одессе. Ну что ж, заходим. Вот там. Вот такая вот огромная очередь. Мавзолей. Это очень сильно.
Делайте ставки, господа. Пока еще нет возможности. Удачи. Спасибо. Всем хороших заработков. Так, на очередь. Мавзолей. Народ стоит уже третий час. По-моему, без абсолютно никаких шансов попасть внутрь, потому что там всего человек 10, а очередь. Команды, спасибо огромное. Здравствуйте. Расскажите нам, зрителям нашего канала, что здесь происходит. Здесь проходит участие в World of Tanks игра. То есть, что вы можете? Вы можете принять участие, сыграть в компьютерную игру. Международный, да? А? Международный? Не совсем. То есть... Поскольку человек заходит? На карте компьютера одному человеку, то есть где-то 80 компьютеров. Так, и вот эта очередь надеется попасть еще, да? Да, это поиграть. Они все попадают. И сколько людям предоставляется времени? Одну игру. Одну игру, да? Да, они заканчивают бой, им начисляются очки на карточку, и они приходят и обменивают на подарки. Ага, спасибо. Можно пройти с ним? Да. Этой фантастической игре, как и любви, все возрасты покорны. Так, я надеюсь, что все помнят, что у нас здесь происходит вообще. Ребята, закончим там комментирование. Замечательный плейсмент. Куда ходить, куда идите. Причем, кстати, уже открылся личный шоу. Если вы хотите попытать свою удачу, или еще там, ребята, это тяжело сделать. Если хотите, опять же, сюда перетягивайтесь. Не перекрикивайтесь, не надо, не пустят. Личный зачет, 4 места, будут разные призы, все дела. Опять же, там все расскажут подарки. Еда. Кушать полезно. Кушать можно, кушать много, кушать быстро. Дальше идем. Презентации, компьютеры, всякие красивые мониторы. Потом, прямо позади вас, есть стенды ребят, которые будут сегодня нам помогать проводить мероприятия, которые спонсировали это мероприятие. Спасибо им огромное. Ребята, спасибо, не страшно, я рада. Туда можно тоже приходить, на каждом стенде практически есть один вопрос. Там вас тоже расскажут. Титульный спонсор. Дальше там идут кортики тоже, где есть обычные розыгрыши, тоже можно попытаться участвовать. Много всякого. Вот прям много всякого. Даже если там не играете, я вам слышу, быстрее слышать. Также у нас есть капюшонка лица, всякие много всего. Если вы будете фотографироваться, там есть замечательный кортик, где ребята сделали клевые свои. Вот эти вот ребята, кстати, в повреждении от Мокоспейса, чтобы он другого тема. Посмотрел, можно? Не надо. Что мне вам сказать? Я там матч не с вами закончился. Это было довольно интересно, потому что будет интересно. Да, мы ставим за все замечательно. И давайте же вспомним, где мы с вами находимся. А мы с вами находимся в городе Одесса. Это замечательный город. Я не Одесса, но я в России. Но как бы проездом оказался на замечательный город, я здесь был, чтобы еще. Да, все это установить, подключить. Стоило немало денег, времени и усилий. Арендовать площадь. Сейчас мы покажем замечательный.
Да, игра 21 века, заменившая по массовости вообще, а по интересу и по множеству вариантов игры, пожалуй, переплюнувшие даже шахматы. Ну, многие скажут, ну ты хватил, сравнил, да? Да, дорогие друзья, здесь тоже нужно думать, просчитывать варианты на 10 ходов вперед желательно. И свои, и противника. Учиться коллективной игре. Ну и самое главное, дорогие друзья, лучше, гораздо лучше воевать, сидя за монитором, чем сидя в окопе. Если люди, им нравится военная техника, нравятся войнушки, вот достойная альтернатива, достойная замена. Главное, как и во всем, дорогие друзья, это чувство меры. Потому как известно, точно, я еще не сказал, а уже подтвердили. Ну, как известно, лекарство от яда отличает только доза. Поэтому, дорогие друзья, дозируйте свое участие в этой игре не в ущерб семье, жене, детям, обществу, работе. Свою меру, свою дозу. Граємо та перемагаємо. Ну, я думаю, что наконец-то вам немножко подсвежило память, где вы живете. Может, вы забыли, не знаю. А теперь на самом деле человек, не стоит даже представлять, потому что все знают, кто это, человек, благодаря которому. Ну, сейчас посмотрим, кто это. Благодаря этому человеку в Одессе есть много возможностей проведения подобных мероприятий, киберспортсмены. Все, я просто знаю, на фоне всех остальных городов Одесса пока самая передовая в плане киберспорта. Поэтому спасибо огромное этому человеку. Это мэр города Одесса. Я думаю, что мы его пригласим на сцену. Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что вы справитесь. Да, думаю, да. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые спортсмены. Добрый день! Ребят, на самом деле я не буду долго говорить, все вы в игре. Вы знаете, что я поддерживаю спорт, сам занимаюсь спортом, причем в любых его проявлениях, абсолютно в любых. Любое направление в спорте – это движение, это жизнь, это увлечение, это страсть, это азарт, это адреналин. И не создавать условия для вас, для игры – это преступно. Поэтому мы, поскольку не преступники, мы создаем эти условия. Благодарен всем инициаторам данных фестивалей, данных чемпионатов. Я хочу сказать, что мы будем вместе развивать, поддерживать. Я рад, что в нашем городе это началось. Инициатива началась со спортсменов. Никакая власть, никакая администрация этого не навязывала. Наша задача не мешать, а лучше помогать. Поэтому мы помогаем. Мы провели соревнования среди школьников, школьная лига, студенты. Сегодня открытый фестиваль, открытый чемпионат. Я желаю всем получить порцию.